Сегодня у нас на установке электропорога фирмы АТС был вот такой Mercedes GL 2014 года в обалденном матовом окрасе. Красивый автомобиль. Здесь мы сняли штатные пороги, стояли алюминиевые, установили оригинальные накладки, которые привез владелец. Они уже переклеены в черную пленку, потому что здесь идет глянцевый окрас. Наши пороги, они тоже окрашены лазерным окрасом, и они матовые. Вот, поэтому здесь это все смотрится очень гармонично. Пороги, как и на других автомобилях, работают от открытия любой двери. Ну, соответственно, если правая сторона, то открывается правая сторона, если левая, левая. Также пороги управляются, здесь уже стоит наш новый блок с управлением с телефона, то есть с приложением. Можно открывать полностью пороги, закрывать, блокировать. Если пороги с подсветкой, также управлять подсветкой и разные сервисные функции. Но это уже больше для установок. Как мы устанавливали сюда, я вам ни о чем не рассказывал, по той причине, что здесь, в принципе, все то же самое, как и на других автомобилях. Самое главное – результат. Спасибо всем огромное, всего доброго, приезжайте к нам, будем рады вас видеть на установке порогов АТС. Спасибо.